любом случае можно добавим завоевал. К этой оценке у него... А, китаец. Да, молчу. Давайте, да, посмотрим, да, сейчас. Все, извините, не отвлекаемся. Комбинацию Хао Вэнга. Я обычно говорю, вот, смотрите, как надо работать. Обратите внимание на положение тела, как вытянутая, он держит. Вытянутая, как струна. Вот, за бедренный сустав можно... Вот, пошли эти красоты одноножные. Проходочка вперед, проходочка назад. Как он не путается, как ему не мешают ручки. И он их не задевает. Я легко говорю, когда конкурент работает. А на своих у меня дар речи теряется. Я молчу, когда работают наши. А здесь вот все можно объяснять. Вы видите, что он вытворяет. Он воистину виртуозен. Это классик высшего масштаба, я бы сказала. Если Мин со мной не согласен, спорь со мной. Опа, вот и тот с вами немножко. Сложно не согласиться. Да-да. Говорю, очень и смотри, как сложно. Показывает. Да. Во. Это опять здорово. Шикарно. Кого мы там с тобой выбили вперед? Шикарно. У нас фантастически красиво, да, показала это комбинацию, кстати, Тайваня, да, Чикай Ли. Шикарно. И вот 15-266 получил, да, он. Этот сейчас, но, не меньше. Честно говоря, да, что Хао Вэнг меня тоже поразил своим выступлением. И хорошая посадка, но... чисто визуально, да, и да, как по картинке, наверное, да, скажем так, мне понравился, да, Чикай Ли, потому что и комбинация была такая динамичная, амплитудная. Здесь все-таки китаец, на мой взгляд, работал тяжеловато. Работа хорошая была видна. А у того просто больше... Угу, согласна абсолютно с тобой. Вот видовая ситуация со стороны, тут был элегантнее, воздушнее, легче, да? А здесь мы с вами вместе с ним немножко включились в работу. Показали, что это тяжело, да, а у того не очень было заметно. Да, 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 да. Вот абсолютно точно вы сейчас донесли до нашего, да-да, зрителя, что... Именно китайцы вот это показал, какая-то разница что была. Тут все-таки работать тяжело. Да, а по трудности, ты еще раз повтори, у них база почти одинаковая или у тайванца больше? По трудности в квалификации они показали одинаковое. Да. Я думаю, что если он сейчас на данный момент ничего не добавил, да, нового в финале, он, потому что гимнасты прибегают к этому иногда. Тогда. Чуть-чуть. А с другой стороны, еще вот в следующую психологию судейскую тебе добавлю. Он китаец. А тот тайванец. Конкуренция. Но тот уже бронзовый призер чемпионата мира. Ну, второй, смотри. Да, второй на 33 тысячи всего он проигрывает Чикай Ли. Так, действительно... Дай его, Куйман. Мы с тобой все правильно разложили по, да, полочкам. Все-таки... Правильно? Все-таки он уступил. Вот так скажем, общее чуточку впечатление, оно здесь, да, сыграло, да, 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 большую роль. Все. Но вот это еще раз говорит об объективности судейской бригады. Да, действительно. Да. По базовой сложности они абсолютно одинаково показали. Хорошо. Да, да.